Всем привет, друзья! С вами Вовкин, и вы на канале Мистер Кекс. Ребятушки, поиграем сегодня в Forza Street и не только. Поэтому обязательно прожимайте лайкосик, будет очень весело и интересно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну что же, мы, в общем, начинаем, уже сразу переходим к гонке. Ребятушки, гонки реально очень клевые, прям графоний, ух, на уровне. Причем на очень хорошем уровне, на уровне ПК, я бы даже сказал. Так, у нас тут незаконченная гоночка. Алисия какая тут говорит: «Стрит ТВ отправляется в гости к Омару Кашу», либо Омар Каша, Кашу, который готовится к показательной гонке. Босс, вы здесь? Так, ну ладно, это болтовня, там что-то там, они там болтают. Нам уже, в принципе, хочется поскорее погонять, правильно? Так, и что? И нам нужно чинить машины, ты представляешь? Либо вот эту, либо на Поршке, да? Либо на вот этой зеленой. Слушай, ну я хочу на Поршике покататься. Но нужно его починить? Или что? Гонка. Уже починилась, что ли? Что-то я не обратил внимания. Ну, видать, да. Видать, починилась. Ну, хорошо. Так. Ребятушки, не забываем прожимать лайки, потому что это очень важно и нужно. Дизайнерский квартал Майами. Так, ну хорошо. Ох, у нас... Поршара, да? В зеленой зоне нужно оказаться. Ой, блин, плохой старт. Они хоть пишут, что хороший, но на самом деле, по-моему, он плохой. Но, с другой стороны, мы вырываемся вперед. Так, главное теперь вовремя отпустить газульку. И вовремя ее нажать. Хороший разгон, идеальное торможение было. Так. Смотри, этот парнишка прям уже... А, он вырывается вперед. Жучара, стой. Я тебя догоню. Я тебя еще и обгоню. Вот так, давай. Да куда ж ты летишь-то, а? Ты посмотри, какой лихой наездник. Ой-ой-ой, он еще форсаж включает. Форсить придумал, да? Ах ты, жучара. Сейчас догоним, еще и перегоним. Блин, там финиш впереди. Быстрее. Включаем форсаж. Юх. Ё-моё, я продул. Ты представляешь? А что это такое? Он на ком-то корыте вообще ехал. Как он выиграл-то, а? Это что-то вообще непонятное. Что это такое? Давай хорошо сложность поставим вот такую маленькую. Что мы за это получим? Очки. Очки. Всякие, да? Меньше очков получим. Ладно, давай на вот это зелененькое тогда его сделаем. Все, я починил. Что такое? У меня нет ключей этих, что ли? Что-то я ничего не понимаю. Так, и что? Все, наконец-таки, починилось. Слушай, ну может я на этой все-таки сделаю его? Да давай попробую на сложности вот такой, потому что, ну как-то, когда слишком легко, прям это совсем как-то неинтересно. Согласны? Так, ребятушки, пишите в комментариях, кто из вас играет в эту игру и вообще насколько далеко вы прошли. Интересно. Так, опять мы в Майами. Так, в зеленой зоне нужно быть. Не в красной, в зеленой. Слишком быстро. Блин, слишком быстро. Плохо. Но, возможно, мы его все-таки сделаем. Смотри, он уже вылетает вперед прям. Как из пушки прям кто-то вырвался, да? Так. Ну, мы прям идем, смотри, почти ноздря в ноздрю. Давай, давай, газуй, кексик. Ты сможешь, парнишка. Так, смотри, прям рядышком. Позднее торможение. Да что ж такое-то? И теперь, фью, погнали. Все, вперед, вырываемся. Да, делаем его просто как стоячего. Вот так, идеальное торможение. Так. Вот так, нормальный разгон. Не хороший, а нормальный, всего лишь нормальный. И это плохо. Так, давай, ускорение, всем на удивление. И мы вторые все равно. Да что ж такое, а? Он на своей колымаге. Что у него, форт какой-то, да? Старенький форт какой-то, и он нас просто делает, понимаешь? Хорошо, ты нарвался, пацан. Все, я беру Поршару свою. Получить. За что мы их получаем, эти гаечные ключи? Я что-то ничего не понял даже. Ну ладно. Так, все, гонка. На Поршаке сейчас его сделаем. Вот сейчас прям стопудово его сделаем, потому что он меня уже, честно говоря, достал. Что это такое? Вечно я проигрываю ему и проигрываю. Так, подсказочки, ну тут даются, но это мы все знаем и так.
Так, в зеленой зоне. Ну как прям попасть в эту зеленую? Хороший старт. Да нифига он не хороший. Плохой, я все видел. Ладно, мы пока есть впереди. Впереди планеты всей. Идеальное торможение. Хорошо, вот так, хороший разгон. Так, что он там на своем форде нас догоняет или нет? Форды на бороды. Так, и что теперь? Ю-ху! Отлично. Хороший разгон. Смотри, его вообще не видно уже. А, его не видно, потому что он прям за мной. Еще и вперед вырывается. Ну, чувака. Так, и что? Это финишная прямая. И он включает разгон, и мы тоже включаем разгон. И он все равно впереди. Что это такое-то, а? Слушай, ну здесь мне прям что-то не везет, а? Я даже не знаю, почему. Может, как так? Сложность уже такая прям очень легкая. Что-то непонятное. Ладно, отсюда мы будем выходить и переходить в другую игру. Может, там повезет. Так, ребятушки, продолжаем играть. И сейчас поиграем в Zombie Derby Pixel Survival. Есть много игрушек наподобие такого плана. Но это какая-то немножко отличается, потому что ну тут реально пиксельная графика такая, ну, мне нравится. Так, я тут уже на третьем уровне немножко, так сказать, подзастрял. Вот, но надеюсь, сейчас с вами мы это пройдем. Так, у меня уже 12 370 монет, и тут можно купить новый фургончик, но пока я этого делать не буду. Давай пока мы поедем на вот это вот тачили, да? Посмотрим, насколько я доеду. Она у меня уже, кстати, прокачана тут прям полностью на все. И погнали. Так. Правила тут, в принципе, как и во всех играх подобного плана, да? Чем дальше проедешь, тем лучше. Ускорение тут есть. Вот этих с факелами нужно стрелять, потому что они прям ужасные. Сразу машина начинает гореть и сразу прям много хп забирается. Ух ты, еще можно врезаться. Перевернуться, кстати. Так, 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 стрелять. Разгончик. У-ху-ху! Бочки тоже забирают много хп. Поэтому нужно в них не врезаться. Так, 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 так. Бонус засели. Яма какая-то, представляешь, перелетел яму. Ух ты, факелочек, факелочек есть. Он меня не поджег. Дед Мороз там какой-то был, видел? Санта-Клаус. Так, так, ускорение тут пока не нужно. А вот тут нужно. Ю-ху! Перелетели. Так, стрелять, стрелять, стрелять. И ускорялку. Птица, блин, мне в птицу надо попасть. Там какое-то, типа, сделаю задание, какой-то квестик сделаю, если попаду в пиццу. Ой, в пиццу, в птицу. Ё-моё, чуть не перевернулся, представляешь? Кошмар какой. Факел, факел, все, хана мне, наверное. Нет, не хана. А вот теперь хана. Это больно, это боль, представляешь? Ладно. Так, ну что, теперь мы берем вот эту тачилу. Смотри, это полицейская тачка, прям шериф, да? Глянь, классно, реально прикольно. Тут два таких турбодвигателя каких-то стоят, ну потому что она уже прокачана полностью. В кровяке вот этот вот, как ковшик впереди, да? Поедем, короче, сейчас на ней. Может, на ней мы дольше проедем. Будем пробовать. Турбонаду включаем и погнали. Пью! Стреляем, стреляем. Не расслабляемся, так. Факелмен тут, понимаешь, бегает постоянно. Дед Мороз, отвали. Ух ты! Такого еще не было у меня, ты понимаешь? Вот это прикол. Перевернулся. Офигеть. Ладно, хорошо, давай купим вот эту тачилу. Смотри, что это? Это зомби-крем. Зомби типа мороженое. Фургончик с зомби-мороженым. Так, ну мы, наверное, сразу его сейчас прокачаем, потому что, ну, как бы денег у меня хватает. Хотя, может, ага, доступно после третьего уровня. Думал, сразу может Hot Rod купить. Тут, кстати, много еще. School Bus, Monster Truck, Buggy, Prime. Офигеть, вот это да, я хочу до этой штуки дойти. Арс, Харвестер какой-то. Блин, класс. Хочу до всего, вот эту игру буду играть точно. Потому что мне прям хочется пройти. Так. Движок за 590, либо бесплатно. Ну, давай бесплатно. Так, ребяшки, движок апгрейдил. Бесплатно, теперь давай уже заплатно.
Прям сразу, прям на всю его апгрейдим, да? Что нам бы еще такого прикупить? Может, патрон... Вот патроны точно нужны, да? Потому что без патронов прям тяжело тут жить. Вот эту штуковину тоже надо. И... Да тут все надо, в принципе, как бы, да, по идее. Но... Да и шины надо. Что же важнее? Что же прокачать, а? Ну давай еще, ладно, шины. Все. Смотри, уже у нас появились вот такие вот штучки здесь. Тоже форсаж какой-то появился небольшой. Так, ну что, гол. Может, у него здоровье само по себе больше, да? Это, ух ты, так он резвенький, смотри, он бодренький. Вроде бы как. Фургончик все-таки. Хотя, ты знаешь, как-то он притормаживает иногда. Бонус за стиль. Да, мы очень стильные, нам нужны бонусы. Санта-Клаус, отвали. Так, фу, разгончик. Разгончик, мой маленький фургончик. Чуть не врезался только что. Чуть не перевернулся. Так, нужно стрелять. Стрелять и разгоняться. Блин, им очень тяжело управлять, потому что он может перевернуться. У него больше шансов перевернуться. А, мы горим. Что делать? Что делать? Как же быть? Бонус за стиль. Вау, перелетаем. Ты видел? Вот это мы фигарим. Отлично, отлично, отлично. Так, вот этого нужно убить. Он плохой, его нужно убить. Ну, того, который с факелом. Так, Дед Мороза расстреляли. Какие мы с вами жестокие, расстреливаем Санта-Клауса. Бочки, бочки, бочки. Так, 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 так. Едем, едем, едем. Да, я должен, я должен, я должен. Ноу! Ноу, что делать? Вниз ехать. Слился, понимаешь? Так, ну, зато теперь мы можем что-нибудь тут у нас апгрейдить, да? И вот я думаю, чего сделать. Наверное, давай уже будем идти... Ладно, давай, смотри. Ковшик сейчас себе поставим, еще улучшим. Опача. Что, изменится? Ага, решетка появилась, представляешь? Спереди. Прикольно. Хорошо. Больше нам ни на что не хватает. Ну, что, гоу, побежали. Побежали, поехали, вернее. Так, так, так. Комбо мы тут какие-то делаем еще. Так, расстреливаем. Юху! Парень с факелом. Блин, он меня все-таки поджег. Что ж такое, Санта? Ой-ой-ой-ой-ой, застрял, понимаешь? Что ж такое? Да почему этот факел меня все время поджигает? Я же стараюсь его расстреливать. А он меня все время поджигает. Нехороший человек. Редиска. Так, опять поджог. Что же происходит, а? Кстати, ребятушки, пишите в комментариях, кто из вас играет в эту игрушку. Оу! Я прям в яму провалился. Это просто капец. Так, ну тут нам сейчас ни на что не хватает. Хотя на что-то хватает. Смотри, давай посмотрим. А что мы сейчас сделаем? Давай вот это увеличим. Да, нитро. И что изменилось? Ничего не изменилось. Она просто помигала, но осталась такая же. Ладно, ребятушки, теперь будем играть в другую игрушку. Так, игра, ребятки, называется Getaway 2. Тут, в принципе, все довольно-таки просто. Так, бесплатный подарок. Получить. Что за бесплатный? Давайте посмотрим. 35 монеток. Ага, хорошо. Выиграть машину можно. Вот это мне нравится. Так, 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 так. И что делать? А, вот сюда жмем. И сейчас что-нибудь выиграем. Надеюсь, что-нибудь хорошее, какой-нибудь грузовичок, что ли. Вот он. Нет. Как так? У меня такой, по-моему, уже есть. А, нет, нету. Но все равно, я хотел грузовик. Ладно, хорошо. Нет, не могу я уделить минутку. В общем, будем ездить сейчас на такой классике. Ребятушки, мы тут испытание курьера доставляет чемоданы в режиме курьера. Начните, чтобы двигаться вперед. Тут все, в принципе, управление простецкое, да? Жмешь просто на кнопочки вперед-назад, но за тобой гонится полиция. Прям постоянно. Причем тут не только вот такие машины, там еще есть фургоны. Там у них написано SWAT, что-то такое. И вот, а, вот знак вопроса. Знак вопроса. Отвали, как мне тебя объехать, а? Я на такой колымаге старой, они прям за мной едут, а? А, вот, там стрелочка подсказывает, что нужно делать, куда ехать. Так, и тут всякие фишечки. Так, это что мы делаем? Опача, что-то я там про, провтыкал.
На самом деле управление такое сложновастенько. Так, ноль. Я что-то не доехал вообще никуда. Тут что нужно знать и уметь. 3, 2, 1. Пойман. Меня поймали. Короче, меняем машину. Мне не нравится что-то этот совсем режим. Давай вот эту желтенькую. Возьмем посмотреть машину. Что ее смотреть? Машина для побега. Испытание фонарь, испытание десантник. Я какие-то еще испытания проходил на ней. Я уже даже и не помню. Так, ну ладно. Буду что-нибудь вспоминать. Смотри, тут просто графика поярче, да? По крайней мере, прорисовочка вот эта вот. Не как в том старинной. Все какое-то черно-белое. Так, смотри, тут какой-то сейф. Сейф. Вот так, смотри. А эта машинка-то пободрее. Тут прям крутим жучка на ней. Так. О-о-о-о! Кастет у меня есть. Я знаю, для чего он нужен. Смотри, бах-бах, вот так души делаешь. Отлично, отлично. Так, ну мы в засаде. Тут забор, блин, почему? Кастет кончается, действие кастета. Короче, нужно брать вот эти знаки вопроса, и в них что-нибудь будет хорошенькое. Вот смотри, опять кастет. Бабах, получай. Кастетом, смотри. Шмяк, шмяк. Просто всех на своем пути разношу. Так, осталось. Да, ё-моё. Куда ехать? Ха-ха-ха. Да что такое? Я уже не вижу стрелочку. Что, это что такое мигает? Просто какое-то безобразие происходит. Ты посмотри, со всех сторон чуть ли не 15 машин в меня тут врезаются. Все что-то от меня хотят. И у них получилось. Они меня поймали. Так, ладно, хорошо. Все, вот, я же ничего не нарушил. Чего вы уже за мной едете-то, а? Ёк-макарёк. Достали просто. О, знак вопроса, вот там я вижу. Он был вот там, конечно, а вот тут уже полиция. Полиция. Убегаем от нее. Еще знак вопроса. Вот еще. Еще. Будем все вопросы собирать. Смотри, это прыжок. Пяу. Как мы умеем, да? Смотри. Пяу. Отлично. Отлично. Просто убегаем от них. Перепрыгиваем все преграды. И нам все пофиг. Так, это можно сбить. Это можно тоже сбить. Смотри, там просто прям их стоит просто много. Тьма. Дофигища. Знак вопроса. Знак вопроса нам нужен. Мы его собираем. И это что? Это тоже хорошая вещь. Это, по-моему, какая-то отталкивалка. Вот так вот, смотри. Бубух. Отталкиваем всех просто. Шмяк, смотри, в сторону лететь. Сват, давай ты вали отсюда. Кум, брат, сват, всех отфигарим. Так, я вижу сейф. Это что, чемодан какой-то? Полиция! Отвалите! Как мне до чемодана добраться-то? 3, 2, 1. Режим курьера запущен. Все, я курьер. Помогите. Отвалите. Я курьер. Мне нужно сделать доставку. Не надо мне преследовать-то. Куда это? Очень тяжелая игра. Вот вроде бы легкая. Такая детская, но очень тяжелая. Ладно, ребятушки, на этом будем с вами прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Не забывайте про лайки. Подписку на канал, кто не подписан. Ну и заходите на канал посмотреть мои другие видосики. А с вами был Вовкин. Пока-пока. Скоро увидимся.